Доброе утро. На следующей неделе мы ожидаем следующих астрологических эффектов. Во-первых, Меркурий поменяет направление движения. Трижды в год он движется ретроградно, и в четверг закончится такой двухнедельный период. Сам четверг – это специфический день. В этот день следует особо внимательно перепроверять все документы, думать о том, насколько верно вы сформулировали мысль, однако договоренности этого дня могут оказаться особенными, знаковыми. Вторая половина недели обещает нам много положительных эмоций. В общем-то, учитывая, что это пятница, суббота и воскресенье, то и конец рабочей недели, и тем более свободное время обещает быть очень радостным. Поэтому постарайтесь все рабочие вопросы решить в первой половине недели, а во второй будем отдыхать. Удачи!